куда едешь? На родину предков. В Израиль, что ли? Нет, ближе. В Псковскую губернию. А, это вы с Шуриком Невским псов рыцарей разбили? Мы. В гости едешь? Нет, в деревне тетка померла. Дом оставила в наследство. Вот, еду продавать. Ты что, сдурела? Продавать сейчас ничего не надо. А что за дом? Обыкновенный дом с двором, хлебом, с сараем. Это же усадьба с землей. Завтра это будет миллиард стоить. Послушай, давай-ка я поеду с тобой. Может, помогу разобраться? Тебе что, делать нечего, что ли? А у меня отпуск. Совмещу приятное с полезным. Ну, давай.